Код неисправности OBD-2 техническое описание, цепь управления соленоидом управления давлением Е, обрыв что это означает. Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, применимый к автомобилям OBD-2 с автоматической коробкой передач, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Ford, GMS, Chevrolet, Honda, BMW, Saturn, Land Rover, Acura, Nissan, Saturn и так далее, хотя общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации силового агрегата, в большинстве случаев автоматические трансмиссии будут включать по крайней мере Три соленоида контроля давления, известные как соленоиды А, Б и С новые трансмиссии, как правило, имеют больше передач и больше соленоидов, что дает вам соленоиды D, E, F и так далее. Различные коды неисправностей связаны с цепью управления соленоидом и квот, Е-квот, и, и некоторые из наиболее распространенных включают P2727, P2728, P2729 и P2730, когда установлен код неисправности p 2728 2727OBD-2 модуль управления трансмиссией PSM обнаружил проблему с цепью управления соленоидом управления давлением трансмиссии и квот, Конкретный набор кодов основан на конкретной неисправности, обнаруженной PSM. Автоматическая трансмиссия управляется лентами и муфтами, которые переключают передачи, оказывая давление жидкости в нужном месте в нужное время. Электромагнитные клапаны управления давлением трансмиссии предназначены для регулировки давления жидкости для правильной работы автоматической коробки передач и плавного переключения передач, PSM контролирует давление внутри соленоидов и направляет жидкость в различные гидравлические контуры, которые изменяют передаточное число трансмиссии точно по мере необходимости, код P2727 устанавливается PSM, когда он обнаруживает, что цепь управления соленоидом управления давлением E разомкнута, пример соленоидов трансмиссии, какова серьезность этого кода неисправности. Степень серьезности этого кода обычно начинается с умеренной, но она может быстро перейти к более серьезному уровню, если не будет своевременно исправлена. В обстоятельствах, когда трансмиссия сталкивается с передачей, это может привести к необратимому внутреннему повреждению, что сделает проблему серьезной, каковы некоторые симптомы кода. Симптомы кода неисправности P2727 могут включать повышенный расход топлива, проверьте двигатель, включен световой индикатор, трансмиссия перегревается, проскальзывает трансмиссия при переключении, трансмиссия резко переключается, возможны симптомы, похожие на пропуски зажигания, коробка передач переведена в безвыходный режим PSM. Общие причины. Кода. Причины этого кода трансмиссии P2727 могут включать неисправный соленоид управления давлением, загрязненная трансмиссионная жидкость, ограниченный фильтр трансмиссии, неисправный насос трансмиссии, неисправный корпус клапана трансмиссии, заблокированные гидравлические каналы, коррозионный или поврежденный разъем, неисправная или поврежденная проводка, неисправный ПСМ. Какие шаги по устранению неполадок P2727? Перед тем, как начать процесс поиска и устранения любой неисправности, вам следует изучить бюллетени технического обслуживания TSB для конкретного автомобиля с указанием года, модели и трансмиссии. В некоторых ситуациях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, указав вам правильное направление, проверка жидкости и электропроводки. Первый шаг – проверить уровень жидкости и проверить состояние жидкости на предмет загрязнения. Перед заменой жидкости вам следует, если возможно, проверить записи транспортного средства, чтобы узнать, когда в последний раз меняли фильтры и жидкость. Далее следует подробный визуальный осмотр для проверки состояния проводки на предмет явных дефектов. Проверьте разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов. Это должно включать всю проводку и разъемы к соленоидам управления давлением трансмиссии, насосу трансмиссии и ПСМ. В зависимости от конкретной конфигурации трансмиссионный насос может приводиться в действие электрическим или механическим при дополнительные действия, дополнительные действия всегда зависят от конкретного автомобиля и требуют соответствующего современного оборудования для точного выполнения, для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справки для автомобиля, вы всегда должны получать конкретные данные по поиску и устранению неисправностей для вашего автомобиля, прежде чем переходить к расширенным действиям, требования к напряжению зависят от конкретной модели автомобиля, требования к давлению жидкости также могут варить в зависимости от конструкции и конфигурации трансмиссии, проверка целостности цепи если иное не указано в технических характеристиках, нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 омов в проверки непрерывности всегда должны выполняться при отключенном питании от цепи, чтобы избежать короткого замыкания цепи и создания дополнительных повреждений, сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на неисправную проводку, которая разомкнута или закорочена и требует ремонта ремонта или замены. Каковы стандартные способы устранения этого кода? Замена жидкости и фильтра Замените неисправный электромагнитный клапан управления давлением Отремонтируйте или замените неисправный трансмиссионный насос Отремонтируйте или замените дефектный корпус клапана трансмиссии Промойте трансмиссию, чтобы очистить каналы очистка разъемов от коррозии Отремонтируйте или замените неисправную проводку Вспышка или замените неисправный PSM Возможная неправильная диагностика может включать Пропуск зажигания в двигателе Проблема неисправность трансмиссионного насоса внутренняя Проблема трансмиссии, проблема с трансмиссией. Надеемся, что информация в этой статье поможет вам в устранении проблемы с диагностическим кодом кодами цепи управления электромагнитного клапана управления давлением P2727. Е. -E, эта статья предназначена исключительно для информационных целей, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда будут иметь приоритет.